Здравствуйте. Ну и чтобы закрыть уже тему и по поводу ручек, и по поводу вообще на сегодня, как обстоят дела с нахождением каждого миллиметра на плоскости, благодаря системе мебельных шаблонов. Вот. Просто покажу способ, да, подчеркну, да, это является минусом, поскольку это еще не штатное. То есть то, что мы сейчас будем делать, не предназначено для данной операции. Но возможно, если у вас есть стандартный набор, а в стандартном наборе минимум одна шина, минимум два лезвия для шины любой карты и два упора плюс регулируемых. Этого достаточно для того, чтобы найти на оси XY на вашей плоскости любую точку. Да? Значит, по оси Y, по вертикали, тут все ясно. Мы занимаемся, работаем с разметкой на шине. Здесь же вы можете двумя кнопками стандартными. Да, вот такой маркер я вырезал из ДВП буквально за 2 минуты. Да, конечно, можно обвинять нас в том, что вот у вас штатного решения нет, но я повторюсь. Мы сегодня говорим о том, как выйти из положения, если вы в него попали. Итак, линейку вы... Эта черточка, она устанавливается напротив того отверстия, от которого вам нужно отложить определенное количество сантиметров. Допустим, это будет там, я не знаю... Ну сколько? Пусть будет 96. Все, есть 96. Теперь нам нужно сдвинуть наш упор. Регулируем. Резкость падает. Ну, естественно, линейку надо чем-то пришпилить. На 96. Фиксируем. Все. Придвигаем следующее лезвие. Сдвигаем шаблон. Примыкаем их между собой и равняем. Заподлицо. Здесь немножечко, может быть, уже. Все, и фиксируем. Разводим по оси Y на то расстояние, которое вам нужно, до любого миллиметра. И здесь получили, это все убирается элементарно. Вот. Кнопки выдавливаются, все. Можем производить сверление. Повторюсь, решение штатное на подходе. Но и сегодня вы можете это все сделать. Поэтому, я думаю, разговоры о том, что система не справляется со своими задачами, они... Мне кажется, несостоятельно. Всем спасибо.